Дорогие ребята, уважаемые родители, поздравляем вас с новым учебным годом. Желаем вам учиться на одни пятерки. Ну а самое главное, пусть этот новый учебный год пройдет для вас безопасно. К сожалению, на дорогах нашего города небезопасно. 22 дорожно-транспортных происшествия зарегистрировано с участием детей. 9 детей травмировались на дорогах при переходе проезжей части. Напоминаем, что переходить проезжую часть разрешается там, где есть пешеходный переход, либо светофорное регулирование. Подойдя к проезжей части, необходимо остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться в своей безопасности, что все транспортные средства во всех полосах для движения остановились, и только после этого переходить проезжую часть. Родителям напоминаю, что при переходе проезжей части необходимо держать своего ребенка за запястье. Напоминаем, что при переходе проезжей части запрещается использовать наушники, а также запрещается разговаривать по телефону. 2 ребенка травмировались на дорогах нашего города, управляя велосипедами. Напоминаю, что ездить по проезжей части на велосипеде разрешается с 14 лет. Если ваш ребенок не достиг 14-летнего возраста, то он должен кататься на специальных площадках, в парках, скверах или на стадионах. Если вам при управлении велосипедом необходимо перейти проезжую часть, то необходимо остановиться перед пешеходным переходом, спешиться с велосипеда, посмотреть по сторонам, убедиться в безопасности и только после этого переходить проезжую часть. Также напоминаю, что при управлении велосипедом необходимо использовать средства пассивной защиты, а именно шлем и налокотники.